Убедить туристов полюбить достопримечательности Южного Казахстана. Такую цель ставят перед собой члены нового комитета по развитию индустрии туризма. Предприниматели признают, многие туристы недовольны нынешними ценами и сервисом. И тут уж им не до красот. К тому же многие очень интересные маршруты в регионе вообще не отработаны, поэтому везут туристов к самым известным памятникам истории. Туристические маршруты, они были с сервисным обслуживанием, инфраструктура была четко развита. Сейчас совместно с акиматом области, бизнес, вот, палата вместе отрабатывают вопрос, чтобы вот эти туристические маршруты, полностью инфраструктура была на высоком уровне. Выделяются средства, сейчас ведется в этом направлении тоже большая работа. Для нас развитие туризма очень важно, чтобы сам бизнес увидел потенциал, мог туда влить какие-то инвестиции. Недостаточный объем предоставления туристических услуг, слабый менеджмент туристической индустрии, низкие возможности материальной базы и отсутствие необходимой инфраструктуры. Все это не дает развиваться в нашей стране туризму, в частности экологическому. Первым шагом в улучшении туристского благосостояния стало роуд-шоу в Атырау и Актобе. В кратчайшие сроки представителям комитета удалось подписать договоры с казахстанскими туроператорами на общую сумму более 1,5 миллиона тенге. Регион Южно-Казахстанской области был представлен как образ сердца Великого Шелкового пути. И мы, опираясь на эту стратегию, разрабатываем территориальный бренд, который позволит развивать туризм в области. И мы его позиционируем как сердце Великого Шелкового пути. Всего в год в Южном Казахстане отдыхают свыше 150 тысяч туристов. С улучшением условий эта цифра станет в разы больше, уверены сотрудники Комитета по развитию индустрии туризма Палаты предпринимателей области. Сейчас комитет работает над разработкой новых маршрутов и улучшением инфраструктуры страны. Ксения Полиница, Эльдар Жумусканов, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Утрар».